Всем огромный привет! Я сегодня не просто с радостью, а с огромной радостью. Ко мне пришла посылка от очень замечательного человечка. Вы уже, наверное, поняли из названия ролика, что это посылка от Жанули. Многие помнят ее, помнят, насколько она щедрый человечек, насколько она искренний и открытый человек. Жануль, спасибо тебе огромное, сюрприз так сюрприз получился, тем более ты у нас полгода как пропал на ютубе, многие по тебе очень скучали, писали мне даже в личку, куда пропала Жаночка. Но, тем не менее, Жаночка рядышком, она далеко не уходит, она рядом с нами. Спасибо тебе, моя хорошая, настолько вкусный сюрприз, настолько он классный. Ты знаешь мои вкусы лучше меня. Я уж ахала-охала над этой посылкой. Ну ладно, томить не буду, давайте я вам покажу. У меня, как у мартовского кота, сейчас рот от уха до уха от счастья. Первое, что мне Жаночка прислала, это была вот такая водичка. У меня есть водичка из этой серии «Ландыш». На ландыш подсадила меня тоже Жануля. И сейчас у меня тоже большая версия. Присылала мне тоже в подарок Светлана. За что ей огромное спасибище. Давайте я вам покажу, что же мне прислала за аромат Жаночка. Цитрусовый цветок. Видите, какие тут ноты, что в него входит. Тут и мандарин. И апельсин. Ну, вы знаете, настолько вкусный аромат, вот он меня покорил не меньше ландыша. Настолько он классный, вот действительно не просто цитрусами пахнет, а цветами цитрусов. И от этого аромат цветочный, нежный, при этом вот, кто любит цитрусы, те меня поймут, когда цитрус нежный. Это настолько красиво и вкусно. Ну, в общем, я в восторге. Я уже, естественно, им полностью политая, если можно так сказать. Ну, естественно, я на себя нанесла и с огромным удовольствием вдыхаю. Но вдыхаю не только его. Следующее, что мне прислала Жанули, это было вот такое масло. Зимой Жанна была в Индии. И это масло, кокосовое масло, она принесла оттуда. Жануль, спасибо. Вот это вообще настолько подарок шикарный. 100% кокосовое масло. Я уже тут открыла. Проковыряла дырочку, потому что тут было все закрыто и надо было дырку открыть. Это масло, оно очень густое. Вот я сейчас попробую, конечно, немножко выдавить. Вот, видите, оно достаточно густое и его нужно греть. Оно подходит не только для волос. Вот, даже видно, рука теплая, у нас очень жарко. И оно сразу начинает таять. Оно вкусное-вкусное, пахнет. Как от выпечки с кокосом. Вот когда кокос в выпечке, ванильный кокос такой. Настолько вкусно. Ой, я вообще, я сама сейчас как вкусный пирожок. Как пироженка сижу. Ароматный от меня. С одной стороны цитрусом, вот этим цветочком пахнет. С другой вот этим вот кокосиком. Настолько вкусно. Его можно и на волосы, и даже на лицо наносить это масло. Оно хорошо и питает, и заботится о коже. А на волосы надо совсем чуть-чуть, и они тоже будут и вкусно пахнуть, и будут смягчаться, и питаться. Ну, масло есть масло, а натуральное масло, это, ну, трудно его недооценить, ведь правда? Жануль, спасибо, настолько сюрприз удался, я прям чуть не расплакалась, когда увидела то, что ты мне прислала. Следующее, это вообще мечта. Жанули знает, насколько я люблю макадамию. В свое время, она в прошлом году мне много средств присылала. Все, что она видела с ароматом макадамии, она покупала и присылала мне. То есть настолько она вот, ну, заботливый человечек, она замечательный друг. И знала, что я люблю вот этот крем от Avon с макадамией. У меня он давно закончился. И не один, а два закончилось, все, что у меня было. И я уже распрощалась и думала, никогда с ним не встречусь. Вот Жанули из своих запасиков прислала мне эту макадамию. Настолько он классный, вкусный. Вы знаете, я его наносила на ночь даже на ручки. И вкусно пахнет. Вот такой даже цвет у него кремовый, вкусный. И вкусно очень пахнет такими печеньями. Сладкими, вкусными печеньями.
И очень хорошо он питает, увлажняет, смягчает и кожу рук, ну и, соответственно, как и должен, кожу ног. В общем, классный. Ой, как вкусно пахнет. Так бы и нюхала. Ну и многие знают, что я кремовая королева буквально. Очень люблю кремы для тела. Вот настолько люблю, что особенно круглые банки, это вообще все мое. Я говорю, я аж охрипла у меня. Как в этом стихотворении, да, от радости взабу дыхание сперло. Вот это точно у меня. Сейчас я вам покажу уже. Ну, естественно, я же все открыла. Вот так оно смотрится. Это крем от Yves Rocher, крем для тела, яблоко ванильное, да. Так и буду кашлять, простите. Ну, ванильное яблоко, да. Я уже тоже вся им намазанная. Вся такая счастливая. Оно на маслице похоже. Но разносится очень хорошо. Вот у меня та рука уже вся намазана. Я до этого открыла. Вообще разносится хорошо. И видно вот такое увлажнение. Наверное, видно вам, да, что как влага такая небольшая на руке, но впитывается мгновенно, быстро все. И остается приятный эффект увлажнения. Не буду даже в запасы прятать. Сейчас поставлю в ванну и буду наслаждаться им. Так, куда ты покатилась? Я тебя не пущу. Давай, стой с нами. Так, уронит? Так, ставим ставки. Уронит, не уронит? Вот, я все равно красиво поставлю. Ну и, конечно, мыло. Жанна смотрит ролики и знает, что Света сошла с ума и покупает мыло. Ну, не просто покупаю, у меня коллекция. Я коллекционер мыльный. Девчонки, прислала мне Жанюля вот такое вот мыло от Johnson's Baby. Это кремовое мыло, смягчающее, с экстрактом папайи. Совсем недавно, если кто смотрит, мне в посылке приезжало такое же мыльце. Это второе. Когда я вынюхаю первое, я буду начинать нюхать второе. Следующее мыльце от Камей с розой. Аромат алых роз. Розу я люблю и в парфюмах люблю. У розы мало любителей, но я розу очень люблю. В парфюмах я об этом не раз говорила и пользуюсь с удовольствием. Поэтому, нет, тут упадет, не буду я уже рисковать. Давайте вот так сделаю. Вот так сделаю. Я всю красоту навожу. И еще одно мыло очень вкусное. Эх, так кто был уверен, что упадет? Вы победили. Упала. Я вот так поставлю теперь. Упала таки. Освежающее мыло Palmolive, оно такое, как похоже на гелевый кусочек, глицериновый, 90 грамм. Очень-очень вкусно. Ой, пахнет арбузом. Вот прямо арбуз-арбуз. Настолько вкусное. У меня когда-то было такое, и даже оно дошло до мыльницы, и даже измылилось полностью. Вы знаете, оно очень классное. Оно никуда не разваливается, остается вот хорошим кусочком, и аромат держится даже на руках. Ну, по крайней мере, вот то, которое было у меня, было так. Надеюсь, Palmolive не испортил это прекрасное мыло, и оно осталось таким же. Ну и, как я уже сказала, Жанна была в Индии. В Индии у меня не был никто из моих друзей и знакомых. Жанна, ты первая. И она мне привезла, ну как мне, Максим уверен, что это ему, поэтому это Максимке. Она прислала вот такой магнит. Индия. Вот такая пальма. Шикарный заход солнца. Там видно, корабль плывет. Ой, ну такая красота. Очень понравилось. Оно еще вот, я не знаю, видно вам или нет тут на солнце. Оно все бликует. Я сейчас, наверное, вам это солнечные зайчики просто в глаза пускаю. Но оно такое, знаете, как металлизированное. В общем, классное. Вообще вот такой магнит. Спасибо же, оно ну, прямо всем угодило. Я очень рада, что ты вернулась, надеюсь, очень надеюсь, и думаю, я не одна надеюсь, что ты снова откроешь свой канал и будешь снова радовать нас своими видео, своими обзорами, потому что у тебя это здорово получалось, и тебе было очень-очень интересно слушать. Посмотрите, какое чудо индийское. Вот такие три обезьяны.
Это, наверное, я Жанна и Максим. На самом деле эти обезьянки показывают, что они одна ничего не видит, ничего не слышит, вторая, и третья никому ничего не скажет, да? Вот такие три прекрасные обезьянки, они тоже металлизированные такие, очень красивые. Не знаю, как вам показать так, чтобы не бликовало, но это сложно. Очень красивые. Вот мой холодильник теперь будет самый красивый холодильник в мире. Тем более мне только-только в предыдущих посылках девочки присылали магнитики. У меня уже такой красивый-красивый холодильник стал. Спасибо тебе, моя хорошая. Я очень рада, что ты снова втекаешь в жизнь Ютуба. Надеюсь, ничто тебе не будет мешать быть с нами снова и радовать нас своими как роликами, так и комментариями. Очень надеюсь, Жануль, что меня и девочки поддержат, и тоже тебя попросят вернуться, потому что мы по тебе соскучились. Вот такая была чудесная посылка. Для меня она просто огромная, шикарная, радостная, потому что, ну, многие знают, что мы с Жанной дружим, и для меня как бы вот это вот привет от нее очень дорог. Вот. Спасибо тебе, моя хорошая, и всем огромное спасибо, кто был со мной, кто порадовался со мной. Простите, что эмоции, конечно, шкалят, потому что радость искренняя, ну, реально, очень я рада тому, что Жанна снова появилась. Всем спасибо за внимание, и всем пока, а то я буду долго говорить.